Можно, в принципе, вот момент, когда... Когда я... Чё? Когда он там подметать начал, когда я прошел, сказал, он гомец подметать, да? Еще вода, блин, да? Херово. На этом. На камере-то. Нет, а, нет. Все было чисто. Там вчера прошло. Обычно цепь всегда внутреннюю часть задвигали, но это так уж. Некоторые любители, конечно, делают и наоборот. Этот момент я не учел. Слышишь, все в итоге заканчивается жертвами. Если бы люди были заранее предусмотрительными, да, они бы, конечно, думали, что делают. Хороший жизненный урок, блядь, на своем опыте. А сейчас еще, блядь, в миллион раз аккуратнее будешь, блядь, после такого. А компания уже циркуляр создала по этому происшествию, нет еще? Ничего не присылали? Нет, пока ничего не присылали. На всех судах цепи, блядь. Ну да, готовиться отгибать он уже давно, поэтому если бы он хотел, он бы заранее бы не стал, конечно. Нет, нет, ты вот эти мысли сразу выкинь из головы, потому что, ну что, между вами какая-то была война, что ли, не знаю, там как-то конфликтовали. Не, у нас конфликт единственный был 2 недели назад из-за трюма с Нойлом. Все, у нас с Марио не было вопросов вообще никаких. Когда они сказали, что... Счастливчик выходит, бля. Сейчас, бля, прилетит. И вот, да, вот я тебе говорю, вот ты проходишь как раз и мимо него, вот. Видишь, что он там цепи тут отодвинул, ну, что, может, ты просто не придал значения. Я ему давно уже до этого сказал подметать, он продолжает просто мести. Я ходил, наверное, там заносил в таблицу. Сейчас иду, опять балласт. Он, конечно, развернут в мою сторону, но я думаю, что, блядь, не должен, конечно, думать об этом. Тут, в принципе, сложно понять, в какой момент цепь пойдет, ее надо больше отгибать. Не знаешь, когда она пойдет. Я просто сталкивался с этим, конечно, сам. Я не знаю, я никогда не сталкивался, да? Происшествия не было ни разу. На Сулю слетала цепь часто, она либо там растянута была сильно, слетала она очень часто. У Марио, не знаю, были такие... Мы с ним на Суле работали, как минимум 1-2 раза он точно. Причем я-то понимаю, почему он ее отгибает в ту сторону. Если посмотреть на месте, да, ее удобно туда отгибать, потому что ты вычищаешь комикс и тебе ничего не мешает. А если ты ее выгибаешь в другую сторону, то комикс как бы, ну, будет мешать. Не комикс, точнее, а там рельсы будут мешать. То есть он просто делает из удобства.
ленты, он полез вот. Вот там сейчас садишься, мерит танк. Вот я не вижу, ты там садишься лицом в нос или в корму. Да, это очень плохо. Плохо видно. Видно, что ты присел. Вообще назад идет, а цепь еще не пошла, да? Не-не-не, вот он тут чистит себе, как бы. О, пошла, блядь. Нихуя она скорость какая, блядь. Да, вот видишь, ты встал. Видишь, ты встал. Вот сейчас повернулся. Все-таки, наверное, был лицом в нос, я так понимаю. Сейчас повернулся в корму, посмотрел назад. Вот, видимо, смотришь на ногу. Ну, видимо, ты как-то почувствовал удар по ноге. И потом присел. А Марио, видишь, вообще ноль внимания, что-то ходит туда-сюда. Угу. Он, видно, ну, растерялся вообще. Вот он сейчас побежал, наверное, за помощью, не знаю, куда он побежал. Ну, там Нойл мыл корму, да. Так, а как тут мотануть-то? Чтобы это... Когда там уже народ... Через сколько народ вообще подошел? Вот сейчас народ будет подходить сразу. Там сейчас буквально минуту двери. Цепь-то сама, она, в принципе, не такая уж тяжелая, именно разгон хороший, блядь. Такой. Цепь тяжелая, ты если ее. Ну, одно звено, наверное, килограмм где-то, да, весь, примерно так. Ну ты когда-нибудь ее поднимал, цепь? Ну, так приподнимал, да. Тяжело. Я уже, честно говоря, поднимался, да, своей работы у берега, я поднимался этой цепи. Она тяжелая, реально тяжелая. Как, даже вот если просто так вот поднять, даже на комиксе попробовать ее поднять. Второй придет. Ну и так, да. Тут чуть-чуть перемотать это вот здесь, да, 30 секунд. Да, 30 секунд перемотаешь. Уже второй подошел. Сейчас у меня туда-сюда, блядь. А, я уже впереди, что ли? А, нет, вон ползу, блядь. Это вот мы тебя в каюту ведем. Ага. Все понял. Ну ясно. Ладно. Спасибо за видео. Очень полезно.